Бесценная лига. Бесценный игрок. Бесценный болельщик. Тысячи активных болельщиков на протяжении всего сезона голосовали за любимых хоккеистов, зарабатывали баллы, боролись за призы, а самые активные получали уникальную возможность разделить трофей бесценной лиги с игроком любимого клуба. Награждение победителей по итогам регулярного чемпионата КХЛ состоялись в новом безопасном формате «Видеозвонок с игроком любимого клуба». А мы очень рады, что финальное награждение мы проводим в прежнем офлайн формате. Кроме того, в сезоне 2021 MasterCard и КХЛ придумали новые форматы активности и запустили информационный портал для всех любителей хоккея. Так давайте посмотрим, как это было. Сейчас состоится самое главное награждение бесценной лиги в сезоне. И под ваши бурные аплодисменты я попрошу вынести трофей бесценной лиги. А для торжественного слова приглашаем на сцену главу MasterCard в России Алексея Малиновского. И олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира, двукратного обладателя Кубка Стэнли, члена тройного золотого клуба, вице-президента КХЛ по развитию Валерия Каминского. Каминского! Говорите, пожалуйста, Алексей Владимирович. Добрый вечер, дорогие друзья. Я хотел поздравить всех с окончанием этого тяжелого сезона и поблагодарить MasterCard, который все время, каждый год помогает лиге, делает хорошие проекты, чтобы привлекать больше и больше зрителей на трибуны. И, естественно, хочу пожелать в следующем сезоне нам больших побед, потому что в следующем сезоне будет Олимпиада. Я надеюсь, что мы на следующий год будем здесь праздновать уже наши олимпийские медали. Спасибо. Спасибо. Алексей Владимирович. Добрый вечер. Я поздравляю всех с завершением сезона, закрытием сезона. Настоящий хоккей невозможен без болельщиков. Каждый болельщик мечтает постоять рядом со своим кумиром, дотронуться до него, разделить трофей. Я очень рад, что мы сегодня вручаем бесценный трофей тем, кто этого заслуживает. Спасибо большое. Спасибо большое, дорогие друзья. А сейчас на ваших глазах состоится момент, который точно войдет в историю. Здесь и сейчас на сцену поднимутся бесценный болельщик и бесценный игрок сезона 2021. На сцену приглашается бесценный игрок сезона 2021 Павел Дацук, за которого проголосовали более 19 тысяч раз. Выбор болельщиков лиги. И бесценный болельщик хоккейного клуба «Автомобилист», город Екатеринбург, Анна Ганшина, которая вот уже более 4 лет активно принимает участие в бесценной лиге и поддерживает родной клуб. Ну давайте поприветствуем болельщицу, ведь она же, наверное, волнуется. Этот бесценный момент для лучшего по итогам голосования игрока клуба «Автомобилист» и его преданного болельщика. Разделяйте трофей. Ура! Павел, может быть, скажете несколько слов для начала? Всем добрый вечер. Понятно, что я знал, что будет награда у меня. Сидел, думал слова. Но тут выступил судья, и теперь моя речь бесполезна, мне кажется. Так,
Большое спасибо всем болельщикам в этот тяжелый сезон, что они нашли силы и терпение, и что они потерпели, когда их не пускали на стадионы, и в конце сезона начали их пускать, и при их поддержке, конечно, намного легче играть, особенно мне, без этого вообще никак. Мы всю жизнь играли ради болельщиков, ради этого мы вас любим и стараемся проявлять себя для вас. Так что мы вас любим. Приходите чаще на хоккей. Я вам честно скажу, как девочка была удивлена, что самым главным болельщиком оказалась Анечка. Поэтому, Аня, вам отдельно аплодисменты девушек в этом зале. Как здорово видеть настоящие искренние эмоции. Добрый вечер. Хочу выразить огромную благодарность MasterCard и КХЛ за предоставленную возможность оказаться сегодня здесь. Я долго боролась за этот трофей и сегодня счастлива разделить его с бесценным игроком моей любимой команды. Спасибо вам огромное. Давайте сделаем памятное фото. Обязательно. Спасибо большое.